неожиданно. Мне позвонил агент из Парижа. Меня пригласили на роль, на главную роль в фильме молодого режиссера. Из проб? Да, он видит на роль только меня. Ну, мама, это же здорово. Да, но мне придется отложить мой переезд в Москву. Ну, мамочка, все в порядке, это же такой шанс, не переживай, пожалуйста. Да. Тем более театр подождет, пока я не стала слишком стара для кино. Но я обещаю вернуться. Я не сомневаюсь, я знаю, что ты вернешься. Ну, мамочка, поэтому мы отлично провели время. Проводишь. В следующий раз, обещаю, будет десятки лучших.